Здравствуйте, с вами Ростов Бикини Прожект, и я не понимаю, какие тренировки могут быть 2 числа. Сейчас нужно есть, спать, валяться на диване и доедать всякие вкусности. Девочки, есть предложение выпить шампанского. Странно, никто не хочет, но я еще раз попытаюсь. Так, отлично, Вика, работай. Так, доделываешь подход, Арина, ты потом одна, и мы идем с Викой пить шампанское. Не, я не пущу. У нас сегодня парная, так что она моя напарница до конца. Не прокатила, да? Ладно. Нет. Сколько подходов? Смотри, сейчас уже закончила. Берем конфеты, пьем шампанское. Берем блины и еще подходы. Меня здесь перестали воспринимать, серьезно. Что с вами случилось за год? Ян, ну ты слишком амплитудно делаешь и слишком вес большой. Ты же устанешь и вспотеть можно. Хорошо. Хочешь хорошего? Девочки должны быть изящными, а ты вон уже. Девочки, не перетруждаемся сегодня. Сегодня праздничная тренировка. И вес слишком большой. Не, у нас для нас вами. Вес слишком большой, и могут появиться отвратительные мышцы. Да Шварценеггер, превратитесь в Шварценеггеров. Что надо? Что ж надо? Мы же бабахатчики. В нашей группе я самый здоровый, понятно? Так, чтобы у нас сферы влияния не пересекались. Поэтому берем веса поменьше и работаем на мало повторений. Так, хорошо, девочки. Девочки, что мне сегодня делать? Я уже сделала ноги. За ножки сделала, да? Да. А пойдемте новое там движение. Вот такую позу занимаем. Хорошо. Четче руки за голову. Вот. И лежи так 30 минут. Ну, это праздничное упражнение. Нет, если я пришла работать, я так не договаривалась. Я буду снимать. Ладно. Вышли из-под контроля тотально. Даш, а почему такой огромный вес взяла? У тебя венки на лбу появились. Все нормально. Давай, может, какую-нибудь маленькую принесу, ладно? Нет, нет, нет. Вообще отлично. Отличный вес. Ни одна из моих сегодняшних маленьких провокаций успехом не увенчалась. Зато вы также могли увидеть пользу работы в тандеме, о которой я твердил девчонкам все последние тренировки. И даже если им, как сегодня, попался ленивый толстый тренер, который уговаривает их похалявить, несмотря на это, они великолепно включились, провели полноценную тренировку. И молодцы, девчонки. Вот и заканчивается наша первая в этом году тренировка. Шампанское, как вы видите, осталось не выпитым, а конфеты не съеденными. И это правильно. Самодисциплина, терпение, упорство и труд не до бикини доведут. А с вами сегодня прощается Ростов Бикини Прожект и я, Игорь Байков.